Время обеда обычно мы мясо даем в обед им грамм 200-250 каждому. А сегодня у нас вот осталась уточка такая, которую мы сами почему-то не съели. Сейчас сын ее поразломает, поразделает, ну и каждому достанется такие некислые кусочки. О, хороша, мясо тут. А вот у нас еще одна подруга, которая очень хочет уточки. Дай-ка ей кусочек. Лилу. Иди сюда. Ну, давай, давай. А, ням-ням-ням, уточку. Да, сейчас еще, это что, это мало. Это нам мало, конечно, это нам мало, да, Лилушка? Ты красоточка наша. Щекотно. Давай, давай, подкармливай. Мы же мясо тоже у ротвейлера постоянно отжимаем. Поэтому и утку. Какие-то ты кусочки, чтоб ты сам ел так. Скажи, дай-ка нам серьезный кусочек. Держи. Ага, так. Все, пошла. Добычу понесла. Ну, а мы сейчас с уткой разделаемся. Ай, хорошо. Трубчатые кости только надо выкинуть будет. Которые на лапках. А все остальное слупят. Вот эту кость можно оставить или выкидывать? Ну это же мясо нужно с кости. Все содрать, а саму косточку выкинуть. Мясо, хрящи, все это нужно содрать. На тебе еще. Так, ну-ка дай-ка тут Лилу кусочек еще. Хороший нужно кусочек взять, да? На-ка, красоточка, давай, точи. Это тоже шея, все, разламывай, чтобы каждому осталось, досталось точнее, по хорошему кусочку. Лилу, лень, какой кусок тебе сейчас? Но я его разломаю, если ты не против, да? Давай, давай, давай. Эти куски больше тебя. Сейчас посмотрим, как еще пацаны наши будут есть. О, вот они схомячат трещоток. Это у них будет мясной перекус сегодня. Не надо, я уже даю. Достаточно. Иди-ка другого покорми. Тоже возьми кусочки. Еще один чихуашка 12-летний. Ну что ты, наелась? А, все, да, наелась. Лилу. На. Заточишь? Больше не дам. Молодец. Хорошо. Ну что, теперь на охрану дома. Заступай. А вот это все пойдет вместо говядинки сегодня двум ротвейлерам на обед. На завтрак сухой корм, на ужин сухой корм. А это так, для разминки.